Die gleichkommende erfahrene Frau hat uns mit Essen und Trinken eingedeckt, dass wir unseren Besuch empfangen können. Hier mal israelisches Geld. 100 Schekli, aber nicht jede Bank in Israel zahlt auf die europäische Sparkassenkarte aus. Hat jemand von uns schon mal etwas gehört von einem sechsstelligen Code? In Israel ist der Mode. So, nun drauf auf die 6 und es geht los. Im Eiltempo nach Tel Aviv. Скажи, так. Это платный туннель в Израиле. Все... Самый длинный. Ну, самый длинный. И это, почему? А что самое интересное, смотрите, как таковой туннель, здесь нет такой надобности. Можно было прорыть, но сверху, видите, земля. Для чего это сделано? Это сделано европейские стандарты. То есть животные должны мигрировать, да, допустим. Да. Вот для этого построен вот этот туннель. То есть пробитый в земле туннель. И животные имеют возможность мигрировать. Вот сверху, вот видите, всего на все, сколько там земли. А туннель сделанный. Почему? Потому что может зверье, звери, там, животные и так далее могут мигрировать. Это дорога европейского значения, европейского стандарта. И вот построены вот такие туннели. Или же, мы будем, сейчас я буду, дальше мы будем ехать по этой дороге, я буду говорить, что это, как это правильно сказать, есть дорога, поднятая на сваях, то есть поднята от земли, тоже для чего это сделано? Не только для того, чтобы это мосты, чтобы речка или там вода текла. Это одна сторона, один из этих самых, но другое, это... для того, чтобы могли животные мигрировать. Вот, вот для этого сделано это самое. Это сейчас стандарты такие. И вот этот туннель, он всего-навсего где-то действует около полугода. Это новый туннель, только его построили. Вот. Это дальше будет еще один туннель, этот под городом Йокнем. Тоже платные. Это все проект шестой дороги. Так, что это такое? То есть, это сделать дорогу, которая должна соединять сплошная, без единого светофора, можно пересечь всю страну. Auf dieser israelischen Karte wird nun mal angezeigt, wie die 6 fast schnurgerade von Nord nach Süd durch Israel verläuft. Es ist aber auch an den Bildern zu sehen, dass diese Straße, die 6, wirklich sehr sauber gepflegt ist und in einem ganz hervorragenden Zustand sich befindet. Also das muss man den israelischen Straßen lassen. Без перекрестков, да. То есть на перекрестках, это шестая, вот видишь, мы сейчас по мосту едем. Да. Тоже сделано так, чтобы миграция была живой. И вот туннель тоже сделан, видишь, там всего на все земли. Для чего это сделано? Чтобы животные могли мигрировать. Да, правильно. Вот, вот сделан вот этот туннель. Представь, если бы эта дорога была сплошная, уже никакое животное не могли бы перейти там или это. А так сделаем вот эти штуки. Поэтому каждый раз туннель свободно. Да? Нет, от животных. Нет, нет, нет. От животных. И от животных, да. И... Ab und zu muss bei so einem Fahrzeug auch vorne was reingeschüttet werden, damit hinten etwas rauskommt. Also sprich Tankstelle. Und das wollen wir uns mal genauer angucken. Eine jüdische Tankstelle. Gleich links ist zu sehen, es gibt an allen israelischen Tankstellen nur zwei Zapfsäulen. Eine für Benzin und eine für Diesel. Was anderes gibt es in Israel nicht.
Der wirklich sehr freundliche junge arabische Tankwart versteht nur drei russische Worte. Gut, na los und bezahle. So mehr möchte ich dazu nicht sagen, sonst unterstellt mir man nachher noch bösen Rassismus. Ich meine, das gibt es ja jetzt überall, auch in Deutschland. Ну, нормально. Да. Так же, как у нас. Да, да. Ты можешь, да, дать какие-то деньги или, или там отблагодарить, или сказать спасибо. Это нормально. Да. Да. У них еще можно и купить вот какие-то... И вот этот еще? Не-не, еще. Мастики? Шалош пейсы? Макарон. Ляма. А, у отца? Значит, зэ малэ? Ну, малэ. Окей. Одай. Его звать Одай. Одай. И что такое вот это? Это солярка. Это солярка. Мы заправили солярку. Да. Мы заправили 37 литров. И фирма заплатит 604 шекеля. И практически литр стоит... Литр... Кама да, литр? Кама рега, литр? Не агид лиха. А литр шева эсер огород. Не. 7 шекелей 10 копеек. Ну, 10 огород это копейки. Ага. Вот так. Хорошо. Дай мед. Поехали. Спасибо вам большое. Спил права. Где ты получил права? На море. Так. И тебе еще раз говори. Вот это... самолеты, видишь? Да. Мы подъезжаем к аэропорту Бен-Гурион. Вот уже самолет пошел на посадку. Мы едем встречать наших друзей из Белоруссии. Люда с Сашей. Города Витебск. Вот. Сейчас едем по трансизраильскому шоссе или дороге имени Ицхака Рабина. Эта дорога называется... Она пересекает всю страну с севера на юг. Вот сейчас впереди у нас будет тоннель, самый первый еврейский. Но, если раньше мы видели, это построенный был самый первый тоннель в Израиле, до этого туннеля не было. Но, опять же я скажу, он построен не для того, чтобы вот именно в горе пробить было дырку. Нет, это был построен для того, чтобы для миграции животных, то есть и существует какой-то определенный стандарт. В частности, мы, как говорится, все ориентируемся на европейский стандарт. И в частности, сейчас мы едем по дороге, видите, да, это 4 полосы, это трансизраильская дорога. Номер 6 она называется. Как я говорил раньше, эти все дороги в Израиле четные числа идут с юга на север или с севера на юг, а нечетные идут с востока на запад или с запада на восток. Да. Вот сейчас мы в данный момент сейчас подъезжаем к тоннелю, который самый первый в стране, и если вы обратите на дорогу, нарисован самолет. Видите, да? Да? На дороге нарисован самолет. Это значит, что надо принять правый ряд,
Потому что будет дорога уходить на сторону аэропорт, да? Имени Бен-Гурион. И там же написано Тель-Авив. Вон, видишь, Тель-Авив будет написано. То есть, сейчас мы его сворачиваем уже на дорогу. Вот. А дорога идет дальше на юг. Мы приехали, как говорится, столица юга. Это столица, вернее, как правильно сказать, столица Негев. Это пустыня Негев, и оттуда начинается... Негев – это пустыня. Негев – это национальное. Also wir haben den richtigen Weg zum Flugplatz gefunden, unter die Brücke durch, oben drüber fährt die elektrifizierte Eisenbahn, wir kommen dann noch dazu. Und dann geht das da gleich los, welches Terminal, 1, 2 und 3, ne, das werde ich auch noch erklären, wozu die sind. Und dann haben wir einen Kontroll- und Durchlassposten. Natürlich muss man da Kamera ausschalten. Schade, dass ich euch das nicht zeigen konnte. Der Kontroll- und Durchlassposten bewaffnet, Maschinenpistole, aber Finger am Abzug. Ganz deutlich. Schade, dass ich das nicht zeigen kann. Alles nur für die Sicherheit. Auf dem Flugplatz Ben-Gurion in Tel Aviv gibt es drei Terminale. Terminal 1 ist für Regierungsempfänge, Regierungsgäste und so weiter. Terminal 2 für namhafte Geschäftsleute. Und Terminal 3, naja, wie soll ich mich da ausdrücken, sagen wir mal, für das einfache Fußvolk. Demzufolge müssen wir zum Terminal 3. Auf der linken Seite des Bildes sieht man die elektrifizierte Strecke von dem Südteil Israels bis Tel Aviv ist die Strecke elektrifiziert, die Eisenbahnstrecke elektrifiziert. Und da sagt man, da gibt es manchmal Hudeleien und so. Und die nördliche Strecke, also von Tel Aviv nach Akko und weiter bis zum Endpunkt, wird Diesel betrieben. Aber die Dinger packen aus, wir haben das mal verglichen, so 140, 150, 160 haben die drauf, aber ganz munter. Ben-Gurion? Да, вон справа. Да. В Тель-Авиве, Израиль. Это мы сейчас едем на парковку. Schnell, schnell, eine Parkkarte gezogen und dann geht es los wie überall in der Welt, die Parkplatzsuche. Meines Erachtens war das hier in Israel erleichtert und zwar folgendermaßen. Kleines bisschen noch, so jetzt geht es erstmal in das untere Deck rein. Bisschen noch. So, oben an der Decke ist zu sehen, 21 Plätze waren da noch frei. Hier sind 2 Plätze wohl frei, rein, aber nichts ist frei. Und da ist an den oberen roten Lampen, die dort angebracht, zu sehen, wo ein Parkplatz frei ist. Da leuchten die Lampen grün auf. An den besetzten Parkplätzen leuchten sie rot. So, die Kamera zeigt das hier schön. So, nochmal rum. Alles rot, also alles besetzt.
Hier auch, der Reihe nach Rot. Auch Rot. Alles Rot, also alles besetzt. Mal gucken, ist jemand rausgefahren? Das kann ja auch sein. Nein, wir fahren raus und hoch oben auf das obere Deck. Da steht das Fahrzeug natürlich aber in der Sonne. Es heizt sich ganz schön auf, aber da haben wir noch einen Platz gefunden. Sicheren Schritts findet der Spezialkorrespondent des Kanals Ottostadt MD-Elbe den Weg zum Empfangssaal des Flugplatzes Ben Gurion in Tel Aviv. Ich habe da mal versucht, also so ein bisschen wirklich versucht, so einige Schnappschüsse zu ergattern von Juden in traditionellen Trachten. Aber manchmal ist es gelungen, manchmal auch nicht. Ganz schön quirlige Betriebsamkeit im Foyer dieses Flughafens. Riesengroße Berliner Reklame von, ja, jetzt muss ich überlegen, heißt das nun Caroline, Carolina oder Caroline, Lemke, Berlin? Jetzt haben wir es hier richtig und schön groß. Sieht doch richtig aus. Gibt es da eventuell jüdische Verbindungen? Wer weiß. So, der Geldautomat, der hat 6 Stellen in der PIN. So, und unser Besuch ist angeflogen. Ich glaube, so müsste man das im Deutschen richtig sagen, wenn die Gäste mit dem Flugzeug gekommen sind, ne? Also angeflogen. Und nun geht's los. Husch, husch, alle Sachen und ran in Richtung Auto. Schnell bezahlt, Parkplatzgebühren. Ansonsten kommt man von dem Parkplatz nicht raus. Also das ist eine ganz normale Sache. Hin zum Auto. Und dann geht es drauf los. Луна.
Das ist zwar nicht gut gewählt, direkt an einer jüdischen Zwangsmaßnahme vorbei. Naja, aber sowas gibt es ja in aller Welt. Сюда это патологоанатомический, а это тюрьма строгого режима, здесь тоже, как это... Детские площадки все должны укрыты. Там тени туда-сюда, но укрыты. Вот и у нас так вот вы увидели. У нас сзади нашего дома парк тоже. Ну, правильно, с одной стороны. Так, какая? Ну, короче, я там стал пройти. Ну, короче, идем. Die Mandarinen, die hier wachsen, sind in keiner Weise reif. Genauso wie die Bananen auch noch nicht reif waren. Wahrscheinlich wird hier erst alles ein bisschen später reif und braucht ein bisschen mehr. Wahrscheinlich ist das Klima auch noch zu kalt für diese Früchte in Israel. Wer weiß. Um ihr überhaupt aber auf diesem Boden, guckt euch mal den Boden an, ein bisschen was anpflanzen zu können, muss das wirklich sehr gut bewässert werden. Überall liegen Schläuche und da wird Wasser rangeführt. Ansonsten, so alles was jetzt kommt, das ist rein, auch heute noch, Besitz der rechtgläubigen russischen Kirche. Und wie zu lesen ist, montags geschlossen und demzufolge waren die Heiligtümer der russisch-orthodoxen Kirche für uns nicht zugänglich. So, nun geht es rund im wahrsten Sinne des Wortes, eine Stadtrundfahrt durch Tel Aviv. Ganz herrliches Wetter, mehr als 30 Grad im Schatten, Sonne knallt runter vom Firmament, das ist eine wahre Freude. Das Auto war nur zu und Klima drinne, sonst hätte man das gar nicht ausgehalten. Also, dran geht's. Tel Aviv, Stadtrundfahrt. Но если Меркель не видишь, это не страшно. Все особенно летом все где-то вот здесь. Вот. Так что это вот о том, что все тут поют, там это само. Тут я говорю, можно встретить кого хочешь. Это просто Мекка, потому что люди приезжают, знаменитости. Один из считается побывать здесь. То есть тут можно артистов любых видов и этих самых, и знаменитых, кого хочешь. Они все тут гостят, это же гостиница, и все они тут живут. Und das ist hier der Badestand nun rechts. Für die Gäste des Hotels aller Hollywood-Größen, die dann bei der Anmeldung ganz kleinlaut sagen, wissen Sie, von Natur aus bin ich ja ein bescheidener Mensch. Ich brauchte bloß eine kleine Suite, so 5-6 Zimmer. Das würde mir ja schon genügen. Die baden dann hier. Вот мы сделали круг по Айеркону, эта улица называется Айеркон, и мы опять сделали это, я сейчас просто провезу вас, чтобы посмотрели, вот, еще раз, чтобы, как говорится, своими глазами увидели. Ни одного облачка нет, представляете? Вот
Василий, это очень хорошо. Да? Да. Вот да. То, что мы видели, это оперный театр и фонтаны. Вот это слева. Вот. Еще раз оперный театр. Оперный театр. Вот это тут реконструкция идет, я вижу. Да. И вот это центральный фонтан. И вот улица Аленби, вон ту сторону. Это начало Тель-Авива 1909 года. Вот. А сейчас одно из трагических мест. Я вам покажу, где был, детки пришли на дискотеку, мы слышали, в 2001 году, и взрыв был. Вот сейчас, вот сейчас мы будем проезжать, там есть памятник, этим в основном русские ребята, детки там от 16-17, вот это была большая трагедия, вот, вот такое дело. Электрические велосипеды. Это беда, это беда такая. Да. Вот это дорожка для велосипедистов у нас. Да, да. У нас запрещено им ездить по тротуарам. В Израиле запрещено. Только если нету, по краю дороги. А это еще больше проблема. Маловато, потому что сегодня у нас рабочий день, вот, короче, вот такое вот. Вот смотрите, вот памятник, вон деткам, вон памятник, тут была раньше Дольфия, вон видите, вот это памятник этим детям, которые погибли в том трагическом инциденте, когда подорвал себя смертник. Зашел в кучу этих детей и подорвал себя. Вот. И сейчас мы выедем на еще одну дорогу, где я покажу вам, ну мы уже с Роландом там ездили. Я покажу, хочу вам показать деловой центр. Вот, и поедем уже в сторону дома, потому что, да, нам надо, ну, мы где-то тормознемся на заправке, потому что Поля там кушать там передала, чтобы где-то остановить, перекусить. Ну, посмотрим по обстановке. Потому что мы еще этот самый, Тель-Авив. Вот, именно с этого места, вот улица Аленби, вон, видите, вон написано, улица Аленби. Вот это вот, что, где фонтан был и да, оперный да, театр. Да, да. Вот эта улица, мы просто объехали вот так. Вот, это, вот это отсюда, вот именно с этого холма, раньше не было, было холмы, были рощи, как это, песок. Везде был песок. И вот здесь первый построил, у меня где-то есть даже фотография старого, это сам. Вот здесь первые дома, остальное пустыня, все, песок, набережная Средиземного моря, песок. Отсюда вот эта пуповина, как говорится, это я так, это может быть я неправильно говорю, но вот зарождение Тель-Авива произошло вот это. Вот сейчас я это покажу, первый дом, сейчас я, чтобы я, вот это Аленби, вот. Она делала то, что там есть, я почему не поехал туда, вот, и почему, потому что там есть можно и нельзя, она как-то там, по сквозной нельзя. Вот первый дом, вот первые дома, вот эти дома, это первые дома, построенные в 1909 году, вот. Ага, он сейчас на реконструкции. Здесь вот первый это бульвар Ротшильда, вот, и вот первые здания, вот это вот, вот там сзади вот мы проехали, это первые постройки, это все. Это зарождение Тель-Авива, вот это вот. Постройки это государственные, вот где там магазины и все это. Не, ну сейчас уже, ты понимаешь, в Израиле частной земли в личной собственности очень мало. Теперь чуть-чуть медленнее.
Вот это первые, им же 110 лет, вот этим домам, это первые дома, они же сейчас, конечно, сейчас очень много придается внимания, ну, как и во всем мире, знаешь, постройкам, как это, ну, старине, да, допустим? Да, да. Вот, да. Вот это уже дальше, это уже пошло более поздние периоды, это уже там 12, 15, 19, но вот это Тель-Авив центр. Если вот там мы были в Яфо, это историческая часть, то это современный Тель-Авив, вот это уже. Сейчас оно, конечно, все перестроено, ну, как и уже современная жизнь, и современный город. Практически отсюда выросла, Тель-Авив. Да, 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 да. Вот правильно. Это вот я вам покажу. Коротко и правильно. Да. Вот. А уже дальше это уже развитие, ну, потом развитие города. Различное. Да, да, да. Это уже пошло оно попозже. Это еще Росинка, Ротшильд. Да. Улица, это бульвар. Бульвар. Да, это да, бульвар. Да, да. Медленно еще раз. Это бульвар Ротшильд. Бульвар. Это не улица, это бульвар. Еще раз вот здесь на перекресток медленно. Нет, это Бар-Илан, это не это. Вот медленно, да, что да, я вот могу снимать. Ты вот с торца. Хорошо, все. Вот. Уже сюда пошли уже более поздние постройки, это уже развитие города пошло и так далее, и так далее. Вот. В смысле, в городе? Да. В Израиле все выведено за города, все. А в городе в самом деле? Все. Ну, есть еще, ну, в основном... Все за город. Все за город. Есть такое понятие у нас «изор таасия». На иврите это... Все за городом? Не-не. Ну да, типа «изор» — это место, как это... ну, национальный, будем так говорить, да? Это Сагабима. Вот, и, а это типа Дома культуры как-то, ну, как у нас, ДК, да? Дворец культуры. Ну, этот концерт. И, а справа... Еще раз, улица Каплан. Это улица Каплан, да. Улица Каплан. А справа, вот сейчас вот за этой стоянкой, за этим зданием, вы увидишь там такое вот интересное здание. Это было бы... Это называется сарона. Я не знаю, что за слово, почему оно, что оно означает. Я не буду врать, я не буду ничего рассказывать. Но хочу вам сказать другое. Что вот сейчас она... Ласков. Bei dieser Straßenbenennung konnte nicht festgestellt werden, ob es sich um die Attentäterin, die auf Lenin schoss, Dora Kaplan handelt, oder ob es sich um eine Restaurantprüferin, Miss Kaplan, in Tel Aviv handelt, oder drittens bloß, ob es sich um die Würdigung eines katholischen Dienstgrades handelt. Ivreev. Да, да, генеральный штаб. Сарона это так что, или определить, что снимаем. Это зона отдыха, там бутики, там дорогие. А вот это вот называется Кирия. Это генеральный штаб. Прямо мы видим, это... Это интересно походить там, купить что-нибудь там, дорогие. Да, очень дорогие вещи, ну, такое дело. Вот это хорошо выглядит, вот. Честно. Как? Это хорошо выглядит. Ну, шляпа. Что знаю. Да. Это, вот да. Это вот я, видишь, вышка, это генеральный штаб, Министерство обороны и так далее. Вот. Вот такие, да. Ну, вот это изба. Короче, изба. Это торговые центры. Это называется Азриэли. Азриэли. Это тоже вот управление Тель-Авивское. Да. И это еще улица Каплана, да? Это Каплан. А вот это улица Финики.
Это финика пальмы. Ну их у нас же они очень вкусные. Попробуйте, есть у нас они. Очень вкусно, особенно в Иорданской долине. Там чуть-чуть медленнее, ты знаешь, что я могу капланс. Всегда они такие светлые на дереве. А коричневые, я не думал, что их коптят. До тех пор, как мы один раз отдыхали в Иорданской долине, там в кибуце, мы как-то поехали. Вот. По поводу железной дороги. Еще раз. Это железнодорожная станция называется Ашалом. Ашалом. В Тель-Авиве всего их станции так. Агана, Ашалом, Совидар и 4 станции, да? Да, 4 станции. 4 железных. И вот эта дорога идет, это англичане еще строили. Еще она построена была в 12 году, англичане. И она шла из Каира, с Египта, и аж до этого... Да, Тель-Авив, Ашалом. Ашалом, Тель-Авив, Ашалом. И шла она аж почти, можно было до Англии доехать туда. Потом... вот это вот, Ашалом. И Азриэль. А этот торговый центр. Если мы ролики мои смотрели, вот эти деловые центры, все это. Вот эта вот центральная улица называется Айркон. Айркон. И поезд едет в туннеле. Не, внизу поезд идет. Да. Это не да. Туннель. Хорошо. Вот дипломатический кор. Да, это деловой центр. Вот это он справа сейчас. Это Тель-Авивская торговая биржа, алмазная биржа здесь, крупнейшая в мире. Как известно, Израиль же ничего не добывает. Вон, видишь, вон стоят такие красивые эти самые. Вон дальние. Это алмазная биржа. А торгуют здесь, да. История умалчивает. Бюджет Израиля, конечно... Из добычи алмаза. Да. Это алмазная биржа. Вон здание. Вот. И офисные, торговые. Вот это Леонардо, это гостиница. Деловые центры. City Tower там. Вот это Леонардо City Tower. Это улица Айалон называется. Это Тель-Авив, можно на скорости 100 км, тут разрешено до 90 км, до 100 км разрешено движение. Но сейчас, как вы видите, как раз а в Израиле всегда машин много. Вот мы попутно использовали это. Я вам немножечко показал Тель-Авив, чтобы вы поняли, что такое Тель-Авив. Не знаю, может, я не все так это самое, но... Не, но все замечательные, вот, знаменитости вы все показали. Да. Вот это вот центральная железнодорожная станция, Савидор, как это, Тахана Мерказит, или не. Вылетело мне из головы. Ну, на поезд я тоже еду. Вот. Так же, как в Советском Союзе. Нет, все, в чем в Израиле хорошо. Нет. Сразу скажу. Если бы я не знал английские буквы, мне было бы очень тяжело. Вот видите, вот впереди плакат написано Айалон Хорс, то есть Айалон, вот эта улица, и мы едем на север. Да. Вверху написано на иврите, а справа написано на арабском. Что на иврите, что на арабском, это тупо. А если написано на английском, ты можешь хоть по смыслу понять, куда ты едешь. Окей? Дорога 20-я, значит, на север. Да, 20-я дорога, да. То есть это не на север или на юг. 20-я дорога. Впереди слева это Тель-Авивский университет. И тут же внизу железнодорожная станция университет. Слева там. Слева это Тель-Авивский университет.
Тель-Авивский университет. А вот это вот внизу, это железнодорожная станция, это конечная, ну как конечная, одна из четырех станций. Под крышой. Да, вот это вот, вот. Да. Эта железнодорожная станция называется университет. Справа Ганеевив, это развлекательные там парки, развлекательные всякие там аттракционные, ну, зона отдыха, короче, все там, вот это справа. Дальше, вот там вон города пошли, Рамат-Ган, Одашарон. Все, вот это все города, города, городишки, городишки, и они со временем, вот это вот образно все образовался Гуш-Дан. Это все, все города, вот это вот, когда вы с самолетом подлетаете, особенно ночью, вот он ночью летел, видно, все горит. Вот это Гуш-Дан. Это тут несколько миллионов, но это все города, 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 и так пришлось, что они все это сам. Впереди у нас будет город Герцлия. Сейчас вот все, мы сейчас подъезжаем. Обратите внимание, да, вот сколько тут у нас, раз, два, три, четыре, дороги везде, изумительные, дороги классные, обалденные, надо эти, это самое, правда. Вот, все равно тоже бывает, все, вот сегодня мы ехали, почему пробка, какая-то авария, все, труба дело, представь, сколько машин, стоит только остановиться на 2 минуты, представь, какие образуются пробки. Карася у нас, вот здесь вот разрешено 100, на, вот что мы ехали по платной дороге, когда мы утром ехали, там разрешено 130. Мы приехали к музею Сальвадора Дали, это называется музей ралли, это здесь один комплекс, а потом мы попозже перейдем еще один комплекс. Вот посмотри, какие здесь скульптуры интересные. Нормально, мы засиделось немножко. А может... Нет, нормально. Мы выкупили землю и сделал вот этот вот... Dieses Ausstellungsstück sorgte für Verwunderung. Es kann sich doch wohl hier nur um Albrecht Dürer handeln, laut Internet. Und es müssten doch an und für sich in Israel genügend deutsche Juden leben, die über die Kenntnisse verfügen, diesen Lapsus zu korrigieren. И это немецкая колбаса. Это как это? Немецкие колбаски, я сказал, а ты сказал нет вчера. Я сказал, это немецкие колбаски, а ты говорил нет. Нет, это не, по-немецки. Не по-немецки? Так, ребята, давай присаживайтесь сюда.
подходы там службы, на начальник службы безопасности. Василий, еще раз, направо вы видите? Это Хайфа, южный въезд в Хайфу, мы сейчас это самое. Вот там море, это... вот и напротив. Как? И напротив. Море. Море, Средиземное море. Средно, как называется, Средиземное море? Нет, это восточное побережье Средиземного моря. Наш специалист сказал. Да, да. Вот. Кайфа, вот это южный въезд. Мы уже не поедем через туннель, а поедем через город. Я немножечко вам покажу это самое город. Сказал. Говорят так. В Израиле есть три города. Это Иерусалим, который молится. Тель-Авив, который веселится. И Хайфа. Это, которая трудится, здесь все порты, все работы, вот это, вот такой, такой это гостиница Меридиан. Меридиан есть уже целого, только все влепились, вот, свежаки, свежаки, только-только, это у нас нормально. Ёлки-палки. Это нормально, это Леонардо и Меридиан, это гостиницы. Вот это вот красная дорожка, видите, да? Да. Люди, вот тут вот квартиры, хоть рядом с морем, но, ну, постройки, понимаете, старые постройки, то, соответственно, живут тут в основном. Цели бедные, смотрите. Да, да, да. Хотя преимущество есть, что тут рядом море. Мы проехали, там церквушка была, тут на каждом шагу какой-то есть, как тебе сказать, история. История на каждом шагу. Вот что в Израиле, понимаешь, я езжу по всей стране, вот сейчас, вот, сейчас вы увидите, справа, вот смотрите, это Икар, это подводная лодка, которая затонула в Израиле, это израильская лодка. Вот десантный корабль, сейчас просто уже зеленью заросло, раньше было это. Вон настоящая подводная лодка, вот стоит. Саша, вот видишь, вон корабль стоит настоящий, наверное, это самое. Ее можно пойти посетить, это самое. Это, вот, например, ну сейчас уже меньше. Мне кажется, это старый Хайфа, да? Да, да, да. Старая. И когда в 47-м году, когда в 47-м году, в 48-м году вот это вот началось противостояние за, за этот, ну короче, за, когда за организованное, за, как это... Сейчас, типа, куда камеру... Вот это очень хорошо. Вот, 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 вот скажи, вот, Роланд, вот, вот скажи мне, вот посмотри на это здание. Вот скажи, что это не... Это чистый по-макаронски, а ничего не по-немецки. Честно, Бог знает, кто тебя бы знал, что это по-немецки. Это не по-немецки, это Роланд, не по-немецки. Если были на ливанской границе. Так. Короче, Василий, теперь говори. Сейчас мы находимся на самой верхней точке Хайфе. Разреши. Вот перед нами внизу у нас это, где мы, машина стояла, Машева Германит. Вот да. Это внизу, он, видишь, купол. Да. Машева Германит. Да. Вот и вот это все, это вот. Порт Хайфы, да. И сама Хайфа. А вот это вот место, вон где дорога, видишь, да. Это называется, да. Чекпост. Что такое чекпост?
Это когда-то шли караваны, и там стояли люди, и как это, дань собирали. Собирали дань, и вот с них... И платили пошлину. Пошлину. И так чекпост до сих пор остался, вот этот самый. Дальше, это Крайоты. Там тоже маленькие города есть, называется Вот. Дальше мы видим промзона. И вон город Акко. Вон вот через напротив нас, белое, видишь? Да. Это наш город, где я живу. Медленно, не быстро. Да. Это... Подожди. Хайфский залив мы видим. Через Хайфский залив с той стороны. Это город Акко, где мы живем. А вот дальше Нагория. Город, где мы вчера с тобой были. И вон белое пятнышко, это ливанская граница. Да-да, ливанская граница. Я надеюсь, что я все смог снимать. Там лошади, туда 89 километров. Вот там лошина, это где-то там называется озеро Кинерет. Это die letzte Sicht auf Haifa, den Hafen. Und dann geht es ruckzuck, wir müssen bloß eine große Kurve fahren, in Richtung Akko. Und da führt dann der Stolz des Opas seine Künste vor. У нее пояс какой у тебя? Оранжевый. Она вот так делает. Вот так. Фу. Фу. Как ты? Ну так вот, а? Ха! Так. Нет, дальше. Прости. Еще раз, лучше. Еще раз. Нет. Пока показывай, нет. Как ты. Дальше. Отойди. Сюда. Как ты показываешь? Вот так. Сюда. Как ты показываешь? И огонь. Вот так. Она каратистка, она. Да. Вот так. Вот. Она не просто так. Вот так. Она каратистка. Вот. Ха. Вот так вот. И другая вот. Нога. А другая нога. Так. Понял, да? Вот так вот. Хорошо. Вот так. Евгений, спасибо. Это Россия. Вот так. О. Машенька, это не просто так. А Ливан внук придет так. Тут вообще у него там уже пояс какой-то там четвертый. Спасибо, какая.